2 декабря 2014 года БСУ во второй раз посетил профессор университета Крита Нотис Мариас. В ходе этого визита профессора сопровождала в качестве переводчика директор Центра греческого языка и культуры, действующего в БСУ с 2004 года Кёнюль Сулейманова. По сложившейся традиции, по прибытию в университет, гости встречаются с ректором. За чашкой чая состоялась весьма интересная и содержательная беседа. Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов сотрудничества в области образования и культуры. Ректор университета Асиф Гаджиев говорил о необходимости подготовки в Азербайджане специалистов по Древней Греции. Нотис Мариас заявил о своей готовности развивать сотрудничество в рамках обмена студентами и преподавателями. По завершении встречи в неофициальном формате ректор и гость посетили Центр греческого языка и культуры. Я также намерен поддерживать развитие Центра греческого языка и культуры, и для этого сделаю все возможное. После Нотис Мариас и Асиф Гаджиев встретились со студентами БСУ. Первая часть вступительного слова профессора была посвящена развитию экономических связей между Азербайджаном и Европейским Союзом. Азербайджан – одна из стран, которая не просит у Европейского Союза финансовой поддержки и вместе с тем имеет возможности и, самое главное, желает вкладывать инвестиции в экономику стран Европейского Союза. И это замечательно. Необходимо прилагать усилия ради сближения наших народов. Должны быть созданы новые национально-культурные объединения. Только на основе духовного единения народов мы можем строить свои планы на будущее в любой сфере деятельности. По завершении выступления Нотис Мариас ответил на интересующие студентов вопросы.